Он знает ответы на все вопросы. Он способен исполнять обязанности заведующего кафедрой в университете. Нет у него только сердца. Карагандинский экономический университет приобрел робота, способного заменить человека. С ним познакомилась Айгерим Бухтаева. Как тебя зовут? Меня зовут Нурлан. В КЭУ его назвали казахским именем Нурлан. Сегодня он консультирует и провожает абитуриентов к приемной комиссии. Робота изобрели выпускники Российского института робототехники. Нурлан владеет русским, английским и китайским языками. Сейчас изучает казахский. Он способен полностью автономно заменить человека на рабочем месте. Я работаю не всегда. К примеру, он может работать консультантом. Он может преподавателем работать, даже в развлекательных каких-то шоу, мероприятий быть ведущим, можно так сказать. То есть в Московском технологическом институте данный робот работает завкафедрой робототехники уже. Робот Нурлан, так же, как и человек, изучает новую информацию. С помощью интернета и карты памяти он способен дать ответ на любой вопрос, будь то сложное математическое уравнение, либо какая за окном погода. Элементарно он может даже просто развеселить человека. То есть это все-таки интересно общаться с машиной. Это вот первые такие как бы шаги человека, ну как бы общение с машиной. Вот уже автономно, которая сама решает, что ответить, по какому-то сценарию она это отрабатывает. Интересно и то, что отвечает он, как и человек, в зависимости от интонации заданного вопроса. Если собеседник вежлив, робот Нурлан также показывает свою симпатию. Все для тебя, моя хорошая. На сегодняшний день такой робот есть только в Карагандинском вузе и больше нигде по стране. Но вот в Китае их заказали 100 штук. Там будут проводить исследования на общении робота с человеком. Айгерим Бухтаева, Дмитрий Оборок, Равиль Валеев, 5-й канал.